необыкновенное чудо. Такое странное название. Если чудо, значит необыкновенное, а если обыкновенное, следовательно, не чудо. Разгадка в том, что речь у нас пойдет о любви. Один волшебник женился, остепенился и занялся хозяйством. Но сколько волшебника ни корми, а его все тянет к чудесам и к необыкновенным приключениям. Ну, а теперь перейдем к самому главному. Кого ты ждешь? Никого. Ну, неужели ты думаешь, что от жены можно скрыть правду? Да ты себя скорее обманешь, чем меня. Вон уши-то горят, а из глаз искры сыплются. И правда, где? Ну, признавайся, разом! Ладно. Ладно. Будут. Будут у нас сегодня гости. Ты уж прости меня, я стараюсь, я уже домоседом стал, но душа требует чего-то эдакого волшебного. Ну не сердись. Слышь! Слышь! Едет! Едет, едет, это он! Вот, тот самый юноша, из-за которого и начнутся у нас удивительные события. Как его зовут? Медведь. Как? Медведь! Ну, что за странное прозвище? Это не прозвище, я и в самом деле медведь. Видите ли, 7 лет тому назад меня превратил в человека ваш муж. Сделал он это прекрасно, он у вас великолепный волшебник, у него золотые руки. Спасибо тебе, сынок. Это правда? Ну, это когда было? Это было 7 лет назад. Но почему ты мне об этом сразу не сказал? Я забыл. Я просто-напросто забыл. Понимаешь, шел по лесу, вдруг вижу молодой медведь, подросток еще, голова лобастая, глаза умные. Разговорились мы с ним. Слово за слово понравился он мне, сорвал я ореховую веточку, сделал из нее волшебную палочку. Раз, два, три. Ну чего тут сердиться, я не понимаю, небо было ясное, погода прекрасная. Замолчи, терпеть не могу, когда мучают животных. Сынок, тебе трудно. Хозяйка, быть настоящим человеком очень нелегко. Сейчас же преврати его в медведя, если ты меня любишь. Сейчас же отпусти его на свободу. Дорогая моя, милая моя, все будет отлично. Он для того и приехал к нам в гости, чтобы снова стать медведем. Это правда? Не спешите, хозяйка, это случится не так скоро. Я вновь стану медведем только тогда, когда в меня влюбится принцесса и поцелует меня. Как? Когда какая-нибудь первая попавшаяся принцесса полюбит и поцелует меня, я мигом превращусь в медведя и убегу в родные мои горы. Боже мой, как это грустно. Господи, опять не угодил. А о принцессе-то вы и не подумали. Ерунда, влюбляться полезно. Бедная девушка целует юношу, и он вдруг на ее глазах превращается в дикого зверя. Дело житейская жена. Но он же потом убежит в лес. Это тоже бывает. Сынок, и ты бросишь одну влюбленную девушку. Увидев, что я медведь, она меня сама разлюбит, хозяйка. Что ты знаешь о любви, мальчуган? Толкнул вас, милая девушка. Что с вами, я напугал вас? Нет, просто мне никто никогда не говорил, милая девушка. Я не хотел вас обидеть. Я вовсе не обиделась. Я очень рад. Моя беда в том, что я ужасно правдив. Если я вижу, что девушка милая, я ей прям так сразу и говорю об этом. Зовут? Да, меня. Вы сын владельца этого дома? Нет, я сирота. Я тоже. То есть нет, папа мой жив, а мама умерла, когда мне было всего 7 минут от роду. Ну, у вас, наверное, много друзей. Почему вы так думаете? Уж очень вы нежная. Правда?
Скажите, а когда вы прячете лицо свое в цветы, значит, вы рассердились? Нет. Тогда вам еще вот что скажу. Вы красивы. Вы так красивы. Очень. Удивительно. Ужасно. Сынок! Вы не уходите. Еще вам вот что скажу. Вы мне понравились. Сразу. Удивительно, очень. Что же мы так стоим? Вы, наверное, устали с дороги, проголодались, а я все болтаю, болтаю. Вы садитесь, пожалуйста. Садитесь. Молоко. Парное. Скажите, а вы не волшебник? Нет, что вы? А почему же тогда я так слушаюсь вас? Я всего 5 минут назад очень сытно позавтракала, а теперь опять пью молоко, еще с хлебом. Вы, честное слово, не волшебник. Честное слово. А почему же тогда, когда вы мне сказали, что я вам очень понравилась, я вдруг почувствовала какую-то странную слабость в плечах и в руках? Вы, конечно, простите, что я вас об этом спрашиваю, но кого же мне еще спросить? Мы подружились, да? Да, конечно. Конечно. Сегодня праздник? Не знаю. Да, праздник. А скажите, кто вы? Вы состоите в свите короля? Нет. А, вы состоите в свите самой принцессы. А может быть, я и есть сама принцесса? Нет, 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 не шутите со мной так жестоко. Что с вами? Почему вы так... Я много бродил по свету, я видел множество принцесс. Вы на них совсем не похожи. А почему вы так погрустнели? Мне казалось, что вы такой спокойный, такой простой, такой радостный. Это от того, что я здоров, как медведь. Что с вами? Почему вы так покраснели? Не знаю. Я не знаю. Вы сказали... что вы здоровы, как медведь. Медведь. А я так беззащитна. С этой своей волшебной покорностью. Вы не обидите меня? Дайте мне руку. Пусть меня гром убьет, если я когда-нибудь обижу вас. Куда вы пойдете, туда и я пойду. Когда вы умрете, тогда и я умру. Света добралась до места. Какие вчерашние домашние лица. Давайте спрячемся от них. Бежим на речку. Боже мой. Я должна была войти и разлучить их. Не посмела. Почему? Почему я плачу и радуюсь, как дура? Ведь я знаю, что ничем хорошим это кончиться не может. А на душе праздник. Вот и налетел ураган. Любовь пришла. Бедные дети. Счастливые дети. 2 фунта придворным, 4 фунта в уме, 3 фунта королю, 1,5 фунта в уме. Фунт принцессе, 0,5 фунта в уме, итого у нас в уме 6 фунтиков за одно утро. Молодец, умник. Ровно в полночь. Что? Приходите к амбару. Мне ухаживать некогда, вы привлекательны, я привлекателен. Чего зря время терять. В полночь у амбара жду, не пожалеете. Да как вы смеете? Смею, дорогая моя, смею. Я и на принцессу-то поглядываю многозначительно. Дурочка еще молодая, ничего такого не понимает, своего не упущу. Вы сумасшедший!
Я так нормален, что самому страшновато. Ну тогда вы просто негодяй. Да, кто хорош, весь мир такой. Стесняться тут нечего. Сегодня утром иду, гляжу, летит бабочка. Ну, головка крошечная, безмозглая, крылышками бяк-бяк. Ну, дура-дура. Так-то зрелище меня расстроило. Взял, украл у короля 200 золотых. Что делать, когда весь мир создан не на мой вкус? Березка, тупица, дуб, осел, облака, кретины, речка, идиотка, люди, мошенники, все. Даже грудные младенцы только об одном и думают. Как бы им пожрать, да ой, господи, что я завел? В общем, придете. И не подумай, еще и мужу пожалуюсь, и он превратит вас в крысу. Секундочку, он что, у вас волшебник? Да. Милый, надо предупреждать. В таком случае беру назад свое наглейшее предложение, считаю его безобразной ошибкой, раскаиваюсь, я крайне подлый человек. Прошу дать мне хоть какую-нибудь возможность загладить. Все? Где эти чертовы придворные? А за что вы их так ненавидите? А вот не знаю, чем больше на них наживаюсь, тем больше они меня раздражают. Интересно, где вы шляетесь, господа? А? Что такое? Что такое? Это что такое? Умылись? Умылись. Черт меня возьми. Так, ну вот, что будете умываться через мою голову, я вообще снимаю с себя всякую ответственность. Да. Ну, в конце концов, мне что, больше всех надо? Да оставьте вы делайте все сами. Оставьте, ну, что, мне это не нужно вообще. Не нужно мне это. Делайте. Тихо! Его величество! Мне здесь очень нравится. Дом устроен так славно и с такой любовью, что взял бы его. Хорошо, что я не у себя. Дома заточил бы я вас в свинцовую башню на рыночной площади. Днем жарко, ночью холодно. Узники до того мучаются, и что иногда стражники плачут из жалости. Ах, заточил бы я вас, а домик себе. Вот изверг-то. А ты как думал, король? От темени до пят 12 поколений предков и все изверги один к одному.
что это за юноша с ней? Он ей нравится, значит, и нам тоже. Хозяин какого происхождения? Волшебного. Прекрасно. Родители живы? Нет, умерли. Еще лучше. Братья и сестры есть? Нет. Прекрасно. Я жалую ему титул принца, и пусть он путешествует вместе с нами. Хозяюшка, он хороший юноша. Очень, но... Никаких но. 100 лет человек не видел свою дочку радостной, а ему говорят но. Все, кончено, я счастлив, и все тут. Значит так. Будем сегодня кутить весело и безобидно, как мой двоюродный дядюшка, который утонул в аквариуме, пытаясь поймать зубами золотую рыбу. Так, откройте бочку вина, нет, 2 бочки. Нет, 3 бочки. Приготовьте посуду, я буду ее пить. Пошлите в город за стеклами и стекольщиком. Выньте хлеб из авина, я подожгу авин. Казалось, что это было так давно. Господа, этот юноша мой лучший друг. Я жалую ему титул принца. Спасибо, папа. Господа, в детстве я завидовала девочкам, у которых были братья. Мне казалось, что это так хорошо. Это так хорошо, когда в доме возле вас живет такое непохожее на вас существо. И существо это любит вас, потому что вы ему родная сестра. А теперь я не жалею об этом. По-моему, он мне нравится даже больше, чем родной брат. С братьями ссориться, а с ним я бы никогда не могла бы поссориться. Он любит то, что я люблю, и понимает меня, даже когда я говорю непонятно, и мне с ним очень легко. Видите, какой он сердитый. Знаете почему? Я не сказала ему, что я принцесса, он их терпеть не может. Родной мой. Я же ведь их тоже терпеть не могу. Ну, вспомните, не сердитесь. Ведь это же я. Ну, хотите, я поцелую вас. Ни за что на свете. Прощайте. Навсегда прощайте. Как ты посмел не поцеловать ее? Ведь вы-то знаете, чем бы все это кончилось. Нет, я не знаю. Ты не любил девушку. Неправда. Не любил. Иначе волшебные силы безрассудства охватило бы тебя. Кто смеет рассуждать, предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие, безоружные люди сбрасывают королей с престола из любви к ближнему. Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами. Мудрецы поднимаются на небо и ныряют в ад. Из любви к истине. Что ты сделал? Из любви к девушке. Я отказался от нее. Великолепный поступок. А ты знаешь, что только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда им все удается. Ты прозевал свое счастье. Прощай.